Итак, уважаемые дамы и господа, вот мы прошли первый сет шеда вот такого зона, да, второй сет это вот эта зона, третий сет это мы вот с головой, да. Но есть нюансы, которые вот иногда уходят из виду, да. Например, вот растирание от основания черепа до 5-6 позвонка идут ременные мышцы, да. И вот их тоже важно согреть. Мы берем просто двумя руками, растираем быстро, доходим до шеи в основании, растираем, да. Желательно движение не просто прямое делать, да, а немножко вот так вот, вот так красивее выглядит, особенно если вы где-нибудь выступаете на каком-нибудь слете массажистов, то вам за это плюсик выставят. Далее переходим на локтевую работу и вот поднимаем трапецию вверх. Видите, как бы ее подкидываем. То есть не ударяем туда, в нее, это больно, а немножко подкидываем. Цепляем. Да, вот у нас начинает работать предплечье. С ноги на ногу перекатываемся вот так, видите, работает предплечье. Заодно и мы себе спину тренируем, да. И позвоночник наш ходит ходуном вот так вот, да, работает. И, соответственно, и подцепляем и выходим. Здесь у нас находятся шахты, и вот это мы запускаем ракеты. С-500 пошла, ракета С-600 пошла, Тополь-М пошел, там вот такие еще там есть. Там, ага, вот это что? Кинжал. Да, вот эти ракеты выходят. И дальше переходим на растирание по половинке. С этой стороны растерли и растянули. Это мы повторяем предыдущий сет, что это получается? Мы же делали. Просто немножко повторяем. Я просто говорю, где это вставить. С этой, с головой, с лосной частью головы. Ой, ну там много приемов, но, например, вот такой, когда мы берем за волосы, прям пучок волос вот так вот как выдергиваем немножко с дрожанием, стимулируя кровообращение у волосяных луковиц. Волосы будут расти лучше, будут зарастать всякие лысины. Новые будут расти. Да. И даже вот где лысина, да, можно вот кудрявые и кучерявые натирать. Вот так вот, да, чтобы. Сейчас сделаем. Чтобы увеличить рост волос. Лимфу вводим вот туда. Так, ну а теперь, ребята, мы переходим к реальной практике. До новых встреч. С вами был Олег Алавгудин.